Привет, бойцы Мехарена! Сегодня я хочу сделать обзор новой пушки под названием Particle Beam. А перед началом обязательно подпишись на канал, поставь колокольчик, ну и жмякни лайк. А мы полетели. Итак, Particle Beam – это легендарное лазерное оружие, которое имеет свою уникальную фишку. А именно, когда вы стреляете у врага лазером, у вас параллельно за счет урона по врагу генерируется энергия в виде взрыва, который вы дополнительно выстреливаете при ее накоплении. Этот взрыв или сгусток энергии летит на расстояние до 200 метров и наносит довольно мощный урон, мощность которого зависит от прокачки этого оружия. Но зарядить этот взрыв вы сможете только стреляя лазером по врагу. Сам лазер стреляет до 100 метров. Перезарядка 3 секунды, и урон от лазера не очень-то и большой, так как упор делается именно на этом выстреле. Сейчас я вам это покажу на практике. 3, 2, 1, go! Let's get things started. А теперь обратите внимание на это окно, там есть датчик загрузки взрыва. С каждым выстрелом лазера вы его заряжаете. Когда будет 100%, тогда вы сможете сделать выстрел взрывом до 200 метров. Это значит, что выстрел взрывом заряжен, и вы можете его использовать. А это уже оружие на 6-м ранге, с легендарным пилотом по лазерному оружию, но без имплантов. 114 тысяч. Довольно неплохие показатели. А урон взрыва с одной руки. 81 тысяча. Но если оружие сделать на максимальную прокачку и поставить соответственно импланты, урон естественно вырастет. Ну а сейчас я поиграю и посмотрю, как оно ведет себя в бою.